Раньше на Руси существовал добрый обычай – чаепитие. Дорогих гостей радушно подчивали чаем. Это считалось знаком уважения. Для гостей накрывали чайный стол с множеством предметов, главным из которых являлся самовар. Всевозможные сладости и фрукты подносили ближе к гостям. Для этого использовали специальное большое блюдо, которое стали называть «поднос». Все ли подносы имеют одинаковую форму? Оказывается, подносы бывают не только круглыми. Существует также овальная, квадратная и прямоугольная форма подносов. А еще можно встретить подносы причудливых форм – крылатый, фистончатый, многогранный и даже гитарный. Как красиво расписаны подносы. Их создают мастера из деревни Жостова Московской области. Это центр художественной росписи металлических подносов. Основным мотивом росписи подносов являются цветы. В композиции «Венок» центр поля подноса остается свободным. А в композиции «Букет» цветы собраны в центре поля. Украшают и углы подносов. Эта композиция называется «Ветка от угла» или «Роспись с углов», на некоторых подносах цветы рассыпаны на плоскости, словно по цветочному лугу. Такая композиция называется россыпь. Венок, букет, ветка от угла, россыпь. Традиционные виды композиции жестовской росписи.